Сейчас мы с вами поговорим об одном знаке зодиака, от которого вы вряд ли ожидаете жестокое поведение. Особенно плохое и жестокое поведение к людям. Обычно этот знак зодиака очень веселый, креативный, жизнерадостный, шутливый. В сложной ситуации он хоть и до последнего будет пытаться решить все мирным путем, но знайте, на жестокость ответит жестокостью. И сейчас мы с вами говорим о таком знаке зодиака, как Водолей. Астрологи утверждают, что для Водолея в его жизни очень важную роль отыгрывает справедливость. И если же это понятие уничтожается или же им пренебрегают, вы Водолея не узнаете, ответ и мотивации будут жестокими. Очень надеюсь, что эта информация вам пригодится в жизни. И не забывайте, что бывают исключения. А если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.